В ДК «Химволокно» прошла конференция Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Наша съемочная группа выяснила, какие основные решения были приняты. На конференцию в ДК «Химволокно» приехали более 200 делегатов из всех районов Верхневолжья. В центре внимания два главных вопроса. Первый – избрание новых членов регионального политического совета. Игорь Удыня подчеркнул важность постоянной ротации и обновления партии. Благодаря смене состава регионального политсовета и руководителей партийных организаций, активной работе членов партии, нам удалось получить достойные результаты на прошедших выборах 2019 года. Выборы прошли на высоком уровне доверия наших избирателей. На выборах депутатов различного уровня в 2019 году представители «Единой России» получили 68%. Это в среднем по области. Но в отдельных муниципальных образованиях этот результат был существенно выше. Второй вопрос повестки – избрание делегатов на 19-й съезд партии в Москве. На конференции путем голосования были выбраны три делегата, которые отправятся на съезд партии власти. Я надеюсь, что вот это общение, оно еще придаст движение, ускорение для того, чтобы у муниципалитетов вот все, что задумано и нашей партией, все, что задумано правительством Тверской области, реализуется еще в большем объеме и лучше, быстрее. Глава региона обратила особое внимание. Все, что сегодня делается «Единой России», должно отвечать запросам общества. Он отметил, что улучшение качества жизни через реализацию национальных проектов должно объединить все конструктивные силы Верхневолжья. И Тверской области есть чем поделиться с коллегами из других регионов и муниципалитетов на своем примере. Да, мы ежегодно участвуем в программе поддержки местных инициатив. В том году было 16 программ, что мы участвовали в этом году 17 по реализации нацпроектов, да, вот в образовании. Мы строим детский садик, который ведем в этом году на 150 мест. В том году у нас была построена в 18-м Степурицкая школа, тоже на 150 мест дошкольной группой. У нас идет благоустройство нашей территории Старицы и Старицкого района. Медицина совершенствуется у нас. То есть мы, я считаю, хорошими шагами идем вперед. 19-й съезд партии состоится 23 ноября текущего года в Москве, куда отправятся делегаты. Возглавит делегацию губернатор Тверской области Игорь Рудыня.